Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Toyota RAV4 2011 года выпуска, 2 литра бензин на вариаторе. На этом автомобиле мы сегодня заменим свечи зажигания. Автомобиль пробежал, получается, 95 тысяч. Подошли свечи, хоть они и рабочие, но по сроку мы их меняем. Для этого сейчас поднимаем капот и снимаем крышку. Снимаем вот эту пластиковую крышку. Очень удобно. Больше ничего тут снимать не надо. Отключаем разъемы. Свечи здесь идут под ключик на 14. Взял магнитную головочку. Нажимаю на фиксатор, а он не отпускает. Здесь возьму, снизу его просто поддену. Аккуратненько, чтобы не сломать. Берем ключик на 10, вернее головочку на 10, и откручиваем вот эти болты. Снимаем катушки, поднимаем их вверх. И выкручиваем свечу. Возьмем удлинитель. Вот такая вот головочка. Вот свеча. Пробежала она 96 тысяч. Электроды нормальные. Свеча рабочая. Коронарный разряд очень большой. Но это не показатель, что свеча плохая. Берем новые свечи. Оригинальный номер идет на них 90-919-01-253. По Денсо они идут SC20HR11. И свеча здесь будет лежать в
фирмы Denso SC20 HR11. Вот такая новенькая свечка. Головка здесь магнитная, резинки здесь нету. Все, аналогичным образом меняем остальные три свечи. Заменил все свечи. Потом покажу их, все свечи рабочие. Ставим на место катушки. И наживляем болты. Подтягиваем их. Сильно затягивать не надо, чтобы не рвать резьбу. И закрываем пластиковой крышкой. Здесь она сидит вот на этих резиновых фиксаторах. Все, замену свечей мы произвели. Покажу, в каком состоянии старые свечи. Вот такие вот свечи. Зазор у них увеличился от времени, но свечи до сих пор рабочие. На этом все. Всего вам доброго.